think the girls with their nails done now. Всем здорово, ну что, продолжаем наш трэш в чат-рулетке. Решил я сегодня стать продюсером, многие на это ведутся, но бывают уникальные, конечно, случаи. В общем, вчера нас вечером я еще зашел, потрэшевал, поулыбался, реально многие в это, на это повелись. И сегодня я решил заснять такой видос, сделать выборку, некоторые смешные моменты. В общем, все как всегда. Пишите комменты, ставьте лайки, по максималке делайте репосты, чтобы это видео продвигалось. И дальше я постараюсь для вас снимать более топовый контент. К сожалению, тяжело, я уже говорил не один раз, найти каких-то интересных собеседников, но я стараюсь вам делать это каждый день. Можно, конечно, выборку делать за неделю, но я стараюсь каждый день фаниться, заходить. Надеюсь, вам этот видос тоже понравится, потому что есть уникальные просто люди. В общем, Украина, мои таланты. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем приятного просмотра. Ёшкин матрёшка, не дай Боже, ви стрімите, я вас уб'ю. Господи, ой, не можу переключити. Ти хто? Я тебе знаю. А хто? Я тебе знаю. О, здрасте, мы... Это что, звукозаписывающая комната? Да, продюсер. Вы продюсер? А может, к вам? Да, да. Нам нужна модель, и мне нужен продюсер. Нет, так я только певиц принимаю. Спой что-то. Я не умею сейчас. У меня был один опыт, и там, где очень сделали очень много автотюна, это было уже. Сейчас. Ау, выкатываешься со жваров. Ау, знаете, я поступила для школьного. Я только песню Меджона знаю. Меджона знаете такого? Нет. Не знаете? А можете рассказать что-то про вашу работу? Просто реально интересно послушать. Какая она душная. Да, просто записываю интересных людей. А у вас были звезды? Что? Звезды были какие-то? Да я же говорю, Меджон. А, это и что? Ну, он сейчас в топе, это самый топовый. Это Дал дома? Нет? Да. А, Дал дома, Дал ушел. Вот это Дал дома. Как? Короче, пиши Дал дома, Дал ушел. Вот этот. А или заменить, или нет? А мы не знаем. Ну, короче, мы загуглим потом. Да. А это все, кто у вас были? Нет. Киркоров тоже. Пучева. В Украине? Но они же Russian baby. А какая разница, откуда продюсировать их? Я просто в Украине их продвигаю. Ого, прикольно. Ну, удачи вам в этом. Спасибо и вам. Да, спасибо. О, ты ютубер, стой, ты ютубер, да? Да, ютубер, стой. Да я вроде никуда не иду. Давай, качайся. Ну ладно, как хочешь. Ладно, плечи уже проехали. Закручивай больше. Так ты ютубер, да? Не, я продюсер. Блин, ну ладно. Я уже не первую минуту. А у тебя по минутам тренировки? Что? У тебя по минутам тренировки? Нет, я имею в виду, что не только начал. Ну, красава. Да. Что там? Картошку копают? Да? За что? Давай. Да. Давай концерт. Да, пою. Добре. Поев.
Спасибо. Кто там поив? Давай начинай. Продюсер в здании. Чекай. А давай без музыки. Лабай. Просто без музыки? Ну ладно. Красава. Почекай, я ще отаке отмію. Давай. Час. Молодец. Будут люди. Сразу спрашивай. А что за это хуйло, блядь? Давай, мочи. Давай, мочи. Сейчас. Красава. Спасибо. Музыкантам привет. Ищи меня, не ищи меня, не люби меня. Разошлись наши линии, хочешь и билет. Своими мирим, песенка, колонки молчат, сделала больно и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат, а лишь я сделала больно и покинула чат, 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 покинула чат, 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 чат. Ангел, все. Подожди. О. Сейчас. Давай, мочи. Красава. Все, без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дуло пистолета. Я найду тебя, я найду тебя, я. Ведь без тебя ты комета. Подожди, комета. Я знаю, мама попросила. Будет наше это лето. Ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Савчик. Давай начинай. Что начинаешь? Я не знаю, чем ты там занимаешься. Хуйня, короче, я понял. Да. Привет! Здорово. Как тебя звать? Зовут дура. Пидорасов. Пидорас, переключайся.